Всем привет! Итак, попытка номер два стартовать за Турцию. По совету специалистов я приобрел новое оборудование. Качество звука теперь должно быть получше. Посмотрим. Так, стартуем за Турцию. Iron Man, исторические фокусы. Регулярный уровень сложности обычный, то есть. Да, ну все, поехали. Купил новую камеру стримерскую и направленный микрофон с пантографом и поп-фильтром. Посмотрим, что это даст. Так. Ну что, разберемся. Давайте займемся технологиями. Угу. Дальше резюч. И конструкшн. Войска. Этих мы сюда. Да, здесь у нас становятся элитные, так сказать, части. Их мы определим на границу с европейскими государствами. А эти просто будут защищать зоны, так сказать. Ставки генералов. Фиг сейчас каких, да? Какие будут? Да. Все у нас дальше. У нас теперь. Можно заняться постройкой фабрик. Смотрим. Маленько добавим, потом тоже построим фабрику здесь. Да. Окей. Дальше здесь самолеты, это не для Турции. Турция у нас страна с другими приоритетами, очевидно, в жизни. Так. Флот каной и такой вот кораблик. Ну, пока только конвой. Хорошо, дальше фокусы. Фокусы. Ну тут выбираем то же, что в прошлый раз, потом пойдем по левому пути, который находится слева от остальных. По демократическому, так сказать, пути. В прошлый раз я выбрал там фокус, который исключал уже демократический путь, поэтому пришлось вот заново начать. Итак, что еще осталось? Slow manpower. Ну, с этим мы ничего сделать не можем сейчас. Все, заканчиваем. Пока не забыл, посмотрю еще, что у нас. Экспорт фокус, да? Ну, это хороший, мы, наверное, это менять не будем.
Civilian Economy мы тоже. Limited Conscription тоже, наверное, не будем менять. Да. Окей. И нам можно стартовать уже игру. Так, вот поехала. Интересно проверить, как микрофон будет обрабатывать разные посторонние звуки. Я вот купил шоколадку. Сейчас пошуршу фольгой. Смотрим, как это будет слышно. Не слишком ли ужасно. Пока ничего не происходит. Ну, даже с флотом разобраться. Вот весь флот. Мы его пока. С ним пока не будем ничего делать. Собственно говоря, я ему отправил тренироваться, но это, наверное, ни к чему делать. Лучше потренировать армию. Да. Если не Equipment Production, но это нам пока не актуально. А, вот и, кстати, надо здесь в логистике сделать приоритет на Garrisons, потому что у нас какие-то проблемы с курдами. Мне кажется, это улучшит ситуацию. Да, ну что, все, поехали. Пришлось повозиться с настройкой микрофона, точнее, с установкой. Пантограф собирать этот. Все закручивать, прикручивать. Мне это все тяжело дается, честно говоря. Да. Немножко подготовился я к стриму, почитал биографию Кемаля. Это тюрка. Интересно, что и Кемаль, и Ататюрк, это как бы все такие имена, которые он получил уже гораздо позже. Вовсе не при рождении. Кемаль, это значит совершенный. А это тюрк, отец тюрков. Да, родился Кемаль Ататюрк в Салониках. Сейчас вот в 36-м году город называется Тессалоники, но когда вот он родился, по-моему, в 78-м, что ли, в 1878-м он назывался Салоники. В самой простой семье. Да. Я думал, он какой-то представитель нобилитета, но вовсе нет. Так, ну вот, в прошлый раз мы выбрали Continue the Policy of Estatism. Это была ошибка. Это нам исключает всякую возможность типа демократического пути. Поэтому сейчас мы выбираем Full Integrated IS Bank. IS. Здесь у нас неплохой лидер придет. И фритрейд. Ну, фритрейд это, в принципе, ничего, потому что нам сейчас ресурсы то как бы что не исчезли. Да. Поехали. Так, ну, наверное, лучше предложить компромисс. СССР лучше пока не ссориться. Пока что мы хоть и ремилитаризовали эти проливы, но это вообще никак не повлияло на мировую напряженность. Эта мировая напряженность, она отвечает за некоторые дипломатические там факторы в игре, в основном
Все сводится к тому, что чем больше напряженности, тем больше можно себе позволять. Тем более агрессивно себя можно вести без каких-то внутренних и внешних проблем. Так, вот нам здесь можно модифицировать правительство. Но эти все советники нам пока не нужны. Так, вот мы здесь закончили исследование. Ну, Резерч спит, наверное, да. Я не знаю, будет ли в ближайшем будущем какая-то война. Скорее нет. Мне очень непонятно вот эти вот передвижения войск какие-то. Почему они не закончили до сих пор? Они почему-то не используют железные дороги. Странно. Ну ладно. В принципе, ну пока. Так, что же дальше у нас? Что нас ждет? Вот сейчас мы можем выбрать. Демократические фокусы. Поедем сразу сюда, будем. Нужно открыть еще Ratify the Six Arrows. The Six Arrows, 6 стрел, символизирует 6 фундаментальных столпов кемализма. Кемализм. И наша ратификация этих принципов. То есть внесение их в турецкую национальную конституцию гарантирует. На помощь в миссии укрепления кемалистских принципов и ценностей по всей Турции. Ну, окей, окей, хорошо, укрепим кемалистские ценности. Да. Все-таки у нас кое-какие ресурсы-то начали проседать из-за этой free trade политики, политики открытых дверей, так сказать, в плане торговли. Давайте посмотрим, что у нас творится с ресурсами. Торговля. Поставить, тут что-то началась просадка. Почему мы ее всю-то вообще экспортируем? Почему мы не можем ни одну сталь получить? Почему у нас все экспортируется?
Так, 51 мы производим. Из 51 мы, у нас остается 11. Ну, логично, у нас остается 20%, да. Здесь у нас нам нужно 9. Вообще ничего не понимаю. Как это так работает? Как это считать? Да, честно говоря, я давно не играл, уже забыл, как тут считается. Да, свяжите. Ну, допустим, мы купим, если... Все, у нас теперь только один дефицит. Ладно. Не будем тратить на это время, потом разберусь. Не на стриме, так сказать. Все, мы открываем Concentrated Industry. О, у нас только очков политической мощи накопилось, что мы можем, наверное, кого-то поставить здесь. Это вот кто такие? А, вот демократы, вот они пошли, да? Вот, что он нам дает? Trade Opinion Factor, это хорошая вещь, наверное. Кого-то тут мы еще можем интересного. Вот, Civilian Factory Construction Speed, отлично, давай, поехали. И можем, кстати, еще кого-нибудь. Это нам не надо ничего. Вот, Political Power Gain. А что это значит? Мустафа Кемаль Ататюрк. Минус 30%. Ну, наверное, это хороший мужик. Ладно. Нам сейчас очень нужна политическая эта мощь, потому что у нас тут нам куча всего нужно ее тратить, и челленджеры, и у нас тут еще штраф вот есть, так что окей. Ладно. Да, начал читать биографию Кемаля Ататюрка, написал ее какой-то английский лорд, точнее шотландский. Довольно скучная книга, честно говоря, пока что. Не знаю, что интересного рассказать. Ну, он был, вот, как я уже говорил, достаточно простого происхождения. Родился он в семье какого-то младшего офицера, ну такого вроде как прапорщика. Или даже ниже. Скорее даже унтер-офицера. Потом его отец занялся торговлей лесом, но как-то неудачно. Его там какие-то греческие партизаны выставили на бабло. Все сожгли у него там, лесопилки, все. Он пытался вернуться обратно на госслужбу, но его не взяли. Тогда он запил и умер, когда Ататюрку было всего лишь 7 лет. И какие-то связи оставались, поэтому в Салониках отдали в привилегированное учебное заведение военное. Ну, вроде Суворовского училища, что-то такое. Да, а потом он учился в Стамбуле, в Константинополе, как его тогда называли. В каком-то колледже при... Не помню, в каком-то военном колледже, в общем. Да, но это все нам не особо интересно.
Да, потом он закончил еще какие-то курсы, ну, какое-то учебное заведение, как называется, при генштабе турецком, и получил звание капитана. То есть он 23 года уже стал капитаном, а его отправили в армию. Да, получается, был 1901 год, получается. Если я все верно посчитал, потому что он вроде бы 78-го года рождения. Он должен был остаться в Константинополе, потому что он был закончил привилегированное заведение учебное при Генштабе. Я не знаю точно, как перевести вот эту организацию, но, по-моему, это генеральный штаб просто. По-английски она называется... Я книгу на английском читаю. По-английски она называется General Staff. Наверное, генштаб. Вот. Его должны были там оставить, но он... Или, может быть, доктрину начать открывать какую-нибудь. Но он там залез в какие-то политические дела, революционный кружок организовал под названием Ватан. И он за то, что из-за этого Ватана его сначала он просидел в тюрьме несколько месяцев, его там избивали, несмотря на то, что он уже был офицер и капитан. Ну, такие вот порядочки были в Турции, да и сейчас там не сильно лучше. Почему там нормально так подрихтовали, а потом его все-таки выпустили. И в итоге отправили его куда-то на какую-то окраину далекую. Я точно не понял, куда, по-моему, куда-то вот сюда. Где-то вот сюда куда-то. Какие-то пески. Посмотрю еще точно, куда его отправили. Там он получил какое-то свое первое самостоятельное командование. Батальон, не помню точно. И вот на этом книжка пока... Не дочитал пока только до этого места в книжке. Да. Ну, в общем, это был человек французской культуры. Он много читал на французском в детстве и юности. Французский был его вторым языком. Он его учил где-то, будучи подростком. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Пока ничего нового. Поражает вообще мягкость султанского правительства, потому что за такие вещи, в принципе, я думал, на Востоке поступают гораздо круче. Но так просто он получил не слишком привилегированное назначение, его не оставили в столице и все. Думал, как минимум, с такой выгонять из армии должны. Просто они там обсуждали свержение султана и так далее, такого рода вещи в своем ватане. Да, ну вот, сейчас мы начнем демократические всякие вот эти вот преобразования. Любопытно, что у нас никто не дает демократию, я думал, он даст. Этот мужик даст, но он что-то не хочет. Ну, ладно. А, вот этот democracy support, нам нужен тут этот чел. Ладно, потом
поменяем его. А, я понял, что значит минус 30%. Он нам дает, видите, вот тут вот, видите. Political advisor cost минус 30%. Ну, все понятно. Вот, нам бы надо демократического вот человека вместо этого дипломата, да? Что-то есть демократы? Коммунист. Простите. Так. Фашист. Ладно. Так он. Хорошо. Ну, а это вот иди отсюда. Я сойду. Вот, все. Дело пошло. У нас демократия будет расти. Вот, потихонечку растет. Пошли демократические преобразования в любимой Турции. Что ж, наверное, на этом я пока завершу. Посмотрим, как записалось. Может быть, запишу попозже, сегодня или завтра, еще одну сессию. Всем спасибо. Хорошего дня. До свидания.